Все, уходим. Теперь мы можем идти в клинику Нью-Вегаса, мы там уже были, и вживлять себе имплантанты. Что мы сделаем в ближайшее время, после запуска ракет, я думаю. Так, нет. Ну, не надо нам этого. Так, задание. А, ну как раз мне гипсон и надо. Похоже. Hi there. I'm old lady Gibson, or so they tell me. I've got odds and ends for sale, and I'm pretty good at fixing things, too. You might have noticed the very large building just north of here. That's Helios 1. The NCR runs the place, so it's off limits to prospectors. As it so happens, I do have some thrust mod. Так, 25 из 50, и Барта вообще 15 из 50. Но у нас нет вариантов. Мы не подтянем, так что... Сволочь. Интересно, я смогу у него украсть назад эти деньги? Ключ мамаши Гибсона. Что это значит? От чего ключ? What do you need? Bye. Какой-то НКРовец. Сволочь, за право у меня... Может, я тебе что-нибудь продам взамен? Давай я тебе что-нибудь продам. Нифига себе. Изолента, ну ладно, изоленту мы покупать не будем, мы не настолько извращенцы. О! Увеличивает урон, замечательно. Как раз повезло нам. Теперь что мы продаем? Да не особо мы можем предложить, если честно. Ядерных батарей 10 штук. Но я пока не буду их продавать. Так. Пачки сигарет. Что еще? Собачья шкура. Ну все. Блин, просрал все деньги у этой мамаши. Пока, мамаша. Папа, мамаша. Урон 22. Ну, чуть лучше. Так. О, посмотрите, какая она. Теперь здесь, короче... Видите, спереди такая линза. И прицел другой. И вообще сама винтовка. Новая текстурка, короче. Это мод Ив, кажется, добавляет. Теперь возвращаемся туда, откуда нас посылали. Так, вот, мы загрузились. Куда-то сюда нам нужно.
Вот, да, именно сюда. Блин, только выключил запись, и оно загрузилось. Нужно выключать запись на переходах из локации в локацию. Так. Крис. Have you found the components? Indeed you did. And they seem to be in excellent condition. Yes, I'll tell Jason. We have everything we need to launch the rockets, Jason. The great journey can begin. Gather all. May the Creator guide my words and help me speak true. А как же субтитры? Или они будут? The Almighty Creator has seen fit to answer our prayers. The time has come for us to board the rockets and begin the great journey. Though it may seem that all humans despise us, the Creator has seen fit to instruct us differently. The journey ahead. О, даже двух этих гулей они с собой взяли. Или трех. Да, трех. Сумасшедших гулей. To our new friend, we say thanks, and promise never to forget how we cleared from our path the demons who sought to stay our journey. Лунатики. We owe more than thanks. Chris, you have made this great journey a reality. From this moment forward, you will be remembered as the saint of the great journey. We shall never forget you. I ask that you forgive us, Chris, and give us your blessing, and we bestow ours upon you. Seekers, board the rockets, take your seats, the great journey awaits. To the promised land we go, to the far beyond. Hello. Hello. Did you hear him? My God, you were right all along. I'm no ghoul. They were just using me. And dying would be worse than this? Used up and thrown away like garbage? Why, why, why? Oh, so I've redeemed the human race, is that it? What a crock. Люди, наверное, ненавидят, а... ладно, давайте потешим его самолюбие. Life among humans again? That's what you're... I guess it's the only chance. I can't believe I'm agreeing to this, but I'll give it a try. Кстати, гули сюда, по-моему, залезли. Насколько я помню. А я пойду запущу ракеты. И гули смогут быть спокойны. Большая, конечно, локация. Но бывает. Еще парочку батарей. Троечку даже. Эти батареи — это одна из самых важных штук. Насколько я знаю. Так, глядишь, у нас и перевес наступит. Не, явно нужно что-то с бартером делать. Качать его как-то.
потому что мне скоро денег не хватит. То есть предметов не хватит, чтобы их продавать. Но это в будущем. Будущее. Пусть будет одежда техника. Так. Куда-то там наверх нужно подняться. Я прав? Конечно же, я прав. Я всегда прав. Почти. Да, и, кстати, у меня настроение сегодня чуть получше, хотя голос такой же ужасный. Потому что настроение получше, потому что я наконец-то начал делать дипломный. О, как быстро загрузилось, нифига себе. Стоп. Где-то здесь была эта дверь. Нет, то какой-то сраный выход. Неправильный выход. Только не говорите, что я сейчас вот это вот типа краду. Это же не кража, им оно нахрен не нужно уже. Патроны, круто. Все шкафы пусты. Стоп, а это куда? Ага, вот сюда нам и нужно. Ну, поехали, наверное. Ту-ду. Стоп. F9. Перед тем, как запускать, нужно, короче, вот этот вот пульт заделать. Наука 50, блин. Это же просто ужас. Сколько у меня науки? 33. Допустим, 10 это 43. Что повышает науку? Какие спешалсы? Интеллект, значит, повышает, да? А где тут мои таблеточки волшебные? Может, мы их и используем? Так, наука, взлом, ремонт. Всего лишь 5. Мне не хватает, не знаю, чего-то. Еще 2 единицы науки, короче, мне не хватает. Поэтому мы сейчас запускать не будем, иначе эти ракеты никуда не попадут. Понятно? Так, стоп, а мы можем оттуда убраться так внезапно? А запустим мы всю эту фигню позже, гораздо-гораздо позже. Медицинская клиника, давайте туда перенесемся. Итак, мы перенеслись. Тут довольно-таки неплохо. И переносимся еще раз.
Будем переноситься, пока переносицы не отвалятся. You're back. Так. Стелс нанороботы. Что они делают? О, да, у нас есть невидимость, причем бесконечная. 440. Ну, мы ее в торс поставим, потому что в руки там свои имплантанты есть. Ноги тоже свои. Кстати, стелс-броня — это тоже крутая штука. Так. А энергию где на это все брать? Энергию мне давайте. Так, вот так вот берем и уносим куда-нибудь сюда. Так, раз и все. Evening. Чиним сами. То же самое делаем. Вероника, ты чё болтаешь с незнакомыми дядьками? Ты что, меня... мне изменяешь, да? Я ж тебя побью за это. Вероника не хочет, чтобы ее побил. Злой парадигм. Блин. Медикс. Вроде все.